Всем привет, друзья! Я Файклац, и сегодня мы находимся на официальном лаунчере Майнкрафта. И сегодня я пройдусь по версиям. Но перед началом этого ролика подпишитесь на канал и поставь лайк. И нажми на колокольчик, чтобы всегда знать, когда выходит мое крутое видео. Выходишь каждый день, поэтому не пропускай ни одного крутого видео. Ну а мы начинаем. В общем-то, у нас сейчас версия 1.15. А какую мы выбили? 1.19, может. Давайте 1.19 тогда выберем. Ок. Ну а чё? Прикольная версия. Так. Они еще давно компот играл. Но теперь он играет на 1.12. Кстати, которого мы тоже сегодня посмотрим. Окей, хорошо. Так. Ждем. Там даже сервера есть. Я вчера только снял это видео. Ой, позавчера снял ролик. Про то, как я играю в этот Майнкрафт. Проверяю вообще, что тут есть. Ну, а вообще... Так. Ё-моё, открыть мой рабочий стол. Там мой рабочий открылся. И где? О, вот. Ой, Mojang Studio. Кажется, это видео получится крутым. Я даже вот так сделаю. Как-то я раньше себе... Как-то я по-другому представлял себе раньше 1.19. Стоп. А это можно взять? Стоп. Я только что взял мил из другой версии. Вот тяна. Чё за технология? Да чё мне... Как это понять? Да... Я уже много... Я уже вам говорил, что я болею, так что не важно, что у меня Майнкрафт так долго грузится, потому что он тоже. Так, стоп. Странная какая-то. А, все, уже нормальная загрузка, просто это какая-то лаганная версия. Я потом ее поменяю на. Почему? Это же не сервер. Интернет. Ё-моё. Так, ладно, хорошо. Подготовка к созданию мила. Мила. Творческий. Так. Милная. Нет, нормальная. Настройка мила. Суперполский. Один биом. Так, я уже вам показываю это. Да, лук батун. Так что давайте. Сколько тут? 4 минуты идет. Ой, то есть 3 футы. И этот минус загружается. Ну загружайся ты, ё-моё. Чё он так долго загружается? Эй, для моих подписчиков, тут время летит, моё. Сколько тут времени вообще у меня? 10 часов. Вот. Если вы не знаете. Нужно, кстати, еще лайк поставить. Подписаться. Подписочка ждет вас внизу. Так. Ну давай. Ну ё-моё. Ну что это за такое вот? Ну Mojang. Ну вот что это такое? Я требую дождаться, когда мы загрузимся. Ё-моё, ну что это за версия такая?
Ну что это? Ну ё-моё! Милый грузин! Я снимаю вообще сейчас? Или что я делаю? Да, я снимаю. Ты скоро загружаю? О, что-то пошло. Голево пошло. Поехало дело. Давай. Давай, чуть-чуть еще осталось. И все равно 0%. Так. Ну, ё-моё. О, 2% уже нормально. О, 17% тоже. 29%. 34%. 39%. 54%. Так. Ладно. Ну, ё-моё. 100%. Ура! Этот мир так долго грузился. Не представляю. Знаете что? Я лучше выйду из этой игры. Знаете, я поменяю версию. Потому что это мне не нравится. 1.9 попробую. Надеюсь, там это не стало версией. Я не встречусь с Хелоблином. Что за звуки страшные. Меня это пугает начало. Ну, я же сильный. Так. Ой, ё-моё. Это какая-то... Да, это очень старый. Да еще и язык. Спасибо. Ладно, будут... Бругалия. Самостоятельная игра, групповая игра. Исход от игла-то... Игла в избрание свет. Лежим на игла оцелевание. Это выживание, но в свет. Творчески. Нормально. Твист блок, плиз. Чё? Это не вот. Воздух. Воздух, говорите. Я еще это нормальный. Ой. А что тут у нас вообще нового есть? А, только вот это еще. И все. Ну не, это как-то скучно. Размножитель шалкей. А теперь иди отсюда. Да иди ты отсюда. А, кстати, вы знаете такой миф? Вот смотрите сейчас. Я вам покажу. Трава на скорость. Не-не-не, спасибо, пожалуй. Я не буду вам показывать. Чё? Сготовлено за ешку. Спасибо за ешку. А как тут есть? Тут невозможно есть. Это что вообще? Сигнализатор. Какой вам сигнализатор? Кофе. Кофе. Кофе с водой, кофе с лавой. Снежная топа. Хартия. Вы бы еще сказали хартилия. Ладно. После этого ролика я, конечно, побегу смотреть все версии. Но перед началом этого... Ой, но перед концом этого ролика, опять-таки, подпишитесь на канал. Поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы всегда знать, когда выходит новое видео. Шалки, что ты тут делаешь? Что ты станешь меня вообще? Ладно, не убивается, пошел я.